Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас Мити, который я полюбила за последнее время, и Филадельфия, которую я люблю так же сильно, как и Мити. К сожалению, при транспортировке одна штучка, по-моему, пострадала, она даже немножко сломалась. А так, в общем и целом, все обалденно. Давайте приступим. Я сегодня надела кофточку, которой 9 лет, если не больше. Я обожала эту кофту, когда была в 7-8 классе, я резко поправилась. И в тот период мне хотелось скрыть свои килограммы, а она идеально просто скрывала все несовершенства моего тела, как мне казалось тогда. Ой, это с зеленой крышечкой, то что самые большие мидии. Обалдеть, как вкусно. С первого раза просто понравилось и до сих пор вот. Обалденно. В то время, когда я училась в 7-8 классе, я чувствовала, как я набираю килограммы. Вместо того, чтобы перестать жрать, я просто старалась подобрать такие луки, в которых я выгляжу более-менее как бы худенькой. И мне казалось, что в этой кофте я выгляжу просто обалденно. Я тогда, кстати, очень хорошо набрала. И мне это совершенно не шло. Тогда я весила 68 килограмм. Потом тихо-тихо еще начала набирать и резко похудела. Я считаю, что нужно быть в том килограмме, в котором вам комфортно. Иногда бывает, знаете, девушка весит 90, при этом потрясающе себя чувствует, считает себя красоткой. И это самое главное гармония с собой. Но дело в том, что при весе, вот, например, 65-62, я себя абсолютно не любила. Мне не нравилось, как я выгляжу. Глаза казались просто мизерными. Огромные щеки. Я, кстати, начала поправляться после того, как я пролежала в больнице 2 недели. Я очень сильно заболела. Это были худшие 2 недели в моей жизни. И после этого мне начали колоть препараты, которые повышают иммунитет, улучшают аппетит. И вот в результате этих препаратов я как раз-таки жутко набрала. Причем резко. Но отказаться от еды я не могла. Постоянно пробовала сидеть на гречке. Здорово помогает. Буквально за 3-4 дня можно скинуть килограмм. Вот легко. Но дело в том, что долго на гречке ты не посидишь. Жутко дорогие у нас мидии. Одна штука стоит 2 маната. Почти 90 рублей. Ну, вкусно. Еще кладут кучу лимона. Зачем? Непонятно. Мне как-то и без лимона заходит. То есть, даже если класть лимон, не настолько много. Зачем так много? Ну, в общем, я потом похудела. И вы знаете, такой кайф. Вот ты мечтаешь долгое время похудеть. Потом в один день перед зеркалом ты видишь, что ты похудела. Не то, что на весах минус 400 грамм. На следующий день минус 500 грамм.
А вот реально, фактически, ты видишь в зеркале, что у тебя нет уже этого живота, нету этих ляшек. И это безумно мотивирует тебя худеть дальше. И тут самый главный момент – вовремя остановиться. Потому что я помню, я похудела на 13-14 килограмм, я все равно хотела худеть еще, еще, еще. Мне казалось, что все равно я толстая. И тут хорошо забили тревогу мои родители и сказали: «Эка, ты что, с ума сошла? Какое худеть еще? Ты скоро это вообще ходить не сможешь». Я худела очень... очень неправильно. Не советую никому так худеть. Я могла просто в день взять одну шоколадку от Alpen Gold. Я ее разделила с утра до 4. Каждые, не знаю, полчаса я пью чай с маленькой такой шоколадкой. То есть кусочком таким маленьким. Через час-полтора опять. Сейчас я бы худела при помощи спорта. Еще самое фиговое заключается в том, что когда твои одноклассники, например, садятся кушать, и ты на диете, и они знают про это, они начинают: «Ой, ничего, Айк, от одной булочки ничего не будет». Я считаю, это капец как неправильно. Это чужой труд. Она уже 5 дней, например, ничего не ест, и на 6-й день ты мотивируешь ее, что нет, покушай. Лучше просто молчать или стараться не есть рядом с этим человеком. Я ела все, что я хочу, до 4. Ну, понятное дело, не нажиралась так, что прям, знаете, до отвала. Нет, конечно, просто ела то, что я люблю. Например, вместо гречки я ела, например, жареную курицу. Но ела, например, 2 таких небольших кусочка без хлеба. То есть я не могу себя ограничивать так, что, вы знаете, только правильная пища, только вот по какой-то схеме питаться. Ну тогда, знаете, мне было пофиг на здоровье. Мне было пофиг на последствия, хотя у меня сейчас со здоровьем нет никаких проблем, все отлично, слава богу. Но все могло обернуться и по-другому. Поэтому интервальное голодание, поверьте мне, это не лучший способ для похудения. Вообще, когда я маленькая была, просто вспоминаю свои мысли. Мне настолько смешно самой от себя. Мы как-то с подругой один раз решили, что мы займемся бизнесом. Я всегда мечтала, не знаю, иметь какой-то свой ресторан, чтобы я была там хозяйкой, управляющей. Я смотрела по телевизору там какие-то сериалы, фильмы и думала: блин, как я хочу быть на месте вот этой стервы, которая владеет рестораном. Даже дело не в том, что я думала, что владелец ресторана так много зарабатывает, я хочу вот тоже. Дело было в том, что просто статус. Я хотела статус хозяйки ресторана. И мы с подругой сели, раскинули мозгами, подумали. И она мне такая говорит: не помню, сколько нам лет было, 8-9, может 10. И она такая говорит: время идет, Айка, мы должны что-то придумать. Я говорю: а что? И она такая: видишь дерево? Я говорю: вижу.
что это за дерево? Как сейчас помню этот разговор. Я такая, в смысле, что за дерево? Я говорю, сирень. Мы должны делать деньги на всем. Я такая, давай делать. Я говорю, а как мы на сирене сделаем деньги? И она такая, очень просто. Мы будем из листков сирени делать духи и продавать. Я говорю, а как? А как продавать-то? И она мне, Айка, ну ты глупая. Самое главное сделать хороший продукт, а купят его сразу. Будем всем подряд предлагать. В общем, нашли мы старые флаконы где-то дома от папиного одеколона и решили, что все, будем делать бабки. Налили воду. Моей подруге у отца был самогончик. Немного самогоном. Нарвали сирень. Листья запихнули туда. Я, знаете, такая была ведомая. Вот что она скажет, я то же самое делаю. Ну все, говорит она, ждем. Ждем, пока хорошенько все это дело не настоится. Я такая, хорошо, хорошо, как скажешь. 2 недели должно было настояться. Прошла, наверное, неделя, она мне говорит, достаточно уже. На альбомном листе нарисовали, там типа брошюрка, приклеили скотчем, что все типа у нас бренд. Как вы думаете, как назывался наш бренд? Наш бренд назывался «Радуга». И мы сами себе представляли, как, не знаю, какие-то знаменитости, блогеры будут пользоваться нашим ароматом. От торговой марки «Радуга». Все будут рассказывать про нас. Но наши мечты в скором времени разбились о скалы реальности. Короче, все было готово. Теперь надо было искать покупателей. Мы поставили там минимальную просто стоимость, чтобы купили. Подходили к прохожим, предлагали, и все нам отказывали. То есть не то, что отказывали, не покупали. Потом мой папа узнал про эту идею и говорит, я тебе буду платить деньги за то, что ты хорошо учишься в школе. Зачем это все нужно? Позориться там, ко всем на улице подходить, предлагать какие-то духи. Это как раньше, знаете, Oriflame и Avon, я помню, что на улице консультантки подходили с этими каталогами. Вам ничего не нужно от Oriflame? Ну, в общем, я даже расплакалась, когда папа мне сказал, что я буду тебе платить за то, что ты хорошо учишься в школе. Ведь мне хотелось не этого. Мне хотелось признания. Мне хотелось, чтобы обо мне все говорили. Бизнес. Были цели. Мои хорошие, я взяла 2 порции мидия
и Филадельфию, я все равно не наелась. Так что сразу берите две порции. Одной будет маловато. Если вам не сложно, напишите в комментариях вашу историю детства или, возможно, какие у вас планы были в детстве. Будет очень интересно почитать. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться. Всем пока!